Хэппи-няца. Хэппи-няца на Хит-ФМ. Начни день весело. Cartea recordurilor cu ce ne uimește de această dată ne spune iarăși Mita. Ну, ка удиви нас чем? Как обычно, я удивляю. Просто читаю с монитора, и поэтому вот удивляю. В книгу Гиннесса занесены все рекорды мира. Как удивительно. Так в эту книгу попал 75-летний мужчина. Ну, ты его знаешь, с утра встречалась. Ну, шофер, который тебя подвозит. Ага. Альберт Марк-Антонио. Альберт Марк-Антонио меня и каждого подвозит. О, привет, Альберт. Довези меня до Хит-ФМ. Да. Проживает он в одном из английских городков Хитчин. Ему удалось вырастить самый длинный... Ну, пожалуй, можно остановиться. Ну, Мить, нет, продолжай. В мире кабачок, длина которого составила, ну-ка, угадай, 165 сантиметров. Кстати, идеальный размер кабачков, интересно, какой? Что-то самый большой, 160, это 1 м 65 см. Да, вот примерно, не знаю. А в среднем кабачки сколько? 1 м 65 см. Самая большая проблема... Наш звукорежиссер показывает. Вот столько, да. Жаль, что у радиостанции нет возможности визуализации всего того, что происходит здесь. Но я скажу так, прилично он показал. Нормально, да? Да, да. Сгодится? Нормальный такой кабачок. Нормальный кабачок. Ой, кстати, самой часто похищаемой книгой в мире является книга Гиннесса. Этот рекорд также занесен в эту же книгу. Ну, после таких рекордов с кабачками, как не красть-то ее? Как не красть? Это же очень важная информация. Там можно найти все, что угодно. Понимаешь, человек, который там украл вот эту книгу Гиннесса, то он думал, ну, дай-ка украду, потому что я очень хочу посмотреть, сколько, какова длина вот этого кабачка. Кабачка. А пропола, но и алт рекорд, если как у Бостане, а вему фестивала, ну, алт Бостанята, если мы вместе. Аколо сут вамени, ножки, термири, горя fac expoziție cu cei mai mari bostani. N-au ajuns la 1,65, dar oricum sunt niște mărini foarte impunătoare. Da, dar și noi, Republica Moldova, într-adevăr, încercăm să facem recorduri, să atingem recorduri. De exemplu, știu că în satul Porumbeni se face, unde se recoltează porumbul, se face mămăligă mare, 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 mare. Începe ziua veselă.